Друзья, всем привет, меня зовут Артем Лысков, я актер, режиссер, тренер по актерскому мастерству и кастинг-директор США. На этом канале я смотрю ваши самопробы, пробы, визитки и прочее, все, что вы отправляете мне, как кастинг-директору. Я смотрю это в первый раз, впервые, при вас, и вы видите, на что я обращаю внимание, где я останавливаюсь, на что, что мне вызывает интерес, что, и от чего я негодую и прочее, прочее, прочее. Давайте разбираться вместе с вами, для чего вам это смотреть это видео и выписывать, и записывать мысли, которые я вам говорю, потому что я вам говорю супер важные вещи, которые я обычно говорю только на личных консультациях либо на курсах, когда люди приходят учиться. Я преподаватель в театральном вузе уже очень много лет. У меня своя студия в Нью-Йорке, у меня огромный опыт тренировки актеров. Я уже просто из опыта знаю, что вам нужно. Go! Давайте смотреть. Сегодня у нас Максим, самопроба, Артем Глухов. Поехали. Зови Пантелея. А что меня звать-то? Аль не признал. С тобой гутарит советская власть. Как она есть. Через меня лично. И тебе не болеть, любезный зятек. А так. А ты не дури, Максимка, не дури. А Максимка кончился. Слухай и запоминай. Так. Сьентаха моменту! Я для тебя не Максим! Гордеев сын. А уполномоченный боец революционной правды и справедливости. РСПДС. РСДРПП. Чего? РСДРПП. Понял, Пантелей? Как не понять-то? Хороший парень. Смотрите, минута 18 удержала мое внимание. Минута 18. Это много. Минута 18 это много. Это круто. Смотрите, не останавливал и не останавливал бы дальше. А давайте я просто хочу вам объяснить, за счет чего происходит удержание этого внимания. Парень неплохой, видно, я вижу, что он актер. А, сразу же, вот знаете, я еще не читал ничего, мне негде почитать. Я вижу, что он актер. За счет чего я это вижу? Я хочу, чтобы вы научились и вы тренировали свой взгляд тоже смотреть, обращать на это внимание. А, что мне нравится? Очень хороший план. Вот такой прям идеальный план для самопроб. То есть он чуть выше пояса. Такой, то есть видно, мне видно плечи, мне видно руки, мне видно конституцию его, мне видно лицо. А, очень хорошая работа с вниманием, очень хорошая работа, вот придумал вот эту пипочку, вот эту зубочисточку во рту, очень хорошо, она дает, это дает вам физическое действие, дает вам, что делать, даже такая маленькая штучка может вам дать. Если вы смотрите мои разборы давно, я разбирал там одного мужчину, который мясо выковыривал из зубов, и как это было круто. Как это было, какая-то маленькая деталь давала потрясающее вообще ощущение момента здесь сейчас и правды. Вот это то же самое у него. У Артема это все хорошо. Смотрите, как он работает хорошо с вниманием. Вот он. Смотрите. Ага. Зови Пантелея. У него одна точка внимания. Сейчас будет, придет что партнер. Аль не признал. Держит, смотрите, хорошо, он думает в этот момент, думает. Вот за этим интересно наблюдать, когда актер думает, а мы смотрим за его мыслью, мы не знаем, что от него ожидать, мы не знаем, чего от него ожидать. Не тех здесь главное, посмотрите, а главное действие. С тобой гутарит советская власть, как она есть, ну, через меня лично. Смотрите, то есть ощущение, чувствует власть свою, видите, да, то есть какое-то, я сразу считываю отсюда через его отношения, я сразу считываю историю, да, и смотрите, не из слов, а из отношения, из-за того, что как он, я вижу, что он с ним знаком, я вижу, что он с ними первый раз общается, но я вижу, как проявляется в нем его характер, вот она, вот эта фишка в чем классная. И тебе не болеть, любезный зятек. Оценка. Ага. Не, молодец, молодец. Очень хороший парень. А Максимка кончился. Слухай и запоминай. Так. Смотрите, как хорошо держит внимание. Посмотрите за глазами. Сьентаха моменту!
Я для тебя не Максим. Гордеев сын. А уполномоченный боец революционной правды и справедливости. А, и смотрите, как он его оценивает, да, вот так сверху вниз, так как бы так занижая его перед собой, себя поднимая. Вот это такой хороший, на самом деле, ход. Молодец, очень хорошая проба. РСПДС. Смотрите, я вижу функцию здесь его. Смотрите, что я считываю. Если вы смотрите мои разборы, я постоянно часто негодую то, что я не вижу функцию героя. Вот здесь я ее вижу. За счет чего? Я сразу понимаю. Я еще не понимаю текст. Текст он может улавливаться, не улавливаться и прочее. Но я вижу, что он был одним, стал другим, чувствует себя выше других через отношения и чувствует свою власть и проявляет ее. Все, мне для сюжета достаточно. Мне для сюжета достаточно. Я буду дальше уже включаться, думать. Он меня уже подключает к себе. Чего? И очень круто работать с вниманием. Это то, что я вам постоянно говорю. Работать с вниманием, направлять. Понял, Пантелей? Как не понять? И я очень четко понимаю, зачем он пришел. Он пришел разговаривать, он пришел показать себя. Он пришел показать себя в новой роли. И вот, я все это считываю. Спросить меня, какой он текст говорит? Да и откуда я знаю, какой он текст говорит? Я вот слышал, запомню, не запомню. Но я ощущение понимаю. Вот что важно от перформанса актера. Потому что в кино или в сериале несколько же линий. Никто не запоминает этот текст. Все запоминают отношения. Все запоминают сюжет. Все понимают, ага, этот парень пришел тогда, ага, да. А вот сейчас, а что-то будет дальше? Так, а как-то его характер проявится? Ага, дальше буду следить. Вот так это работает. Он удерживает нас. Посмотрите этот engagement. Как этот engagement сделать? Engagement — это удержание нашего внимания, зрительского внимания, удержание. Как он это делает? Через свое внимание, как он смотрит на него, как он его оценивает, как он его не спускает с глаза с него. И это заставляет за нами смотреть, а что будет дальше, а что будет дальше. Вот работа. А стало быть, Ярычи остаются в городе. Ага, ну вот такого играет. Классный парень, Артем, вообще приятно познакомиться, очень круто. Буду рад посмотреть что-нибудь еще. Может быть, другое, может быть, это. Какое, может быть, пожелание вам? Качество лучше, качество получше сделайте. 360 маловато для проб сегодня. Сделайте, чтобы вас было четко видно, хорошо. Хочется вас рассматривать. Вы точны. Когда вы точны, хочется вас рассматривать, хочется посмотреть поближе, хочется увидеть глаза. Сейчас все такое немножко заблюренное. О, классный выпуск сегодня, да? И Максим, Артем, конечно, да, вы проходите дальше, поздравляю вас. Вот, что хочу вам сказать. Работайте, учитесь, смотрите, напишите в комментарии обязательно, чего вы вынесли, какой урок вынесли из этого выпуска сегодняшнего. Вы должны выносить уроки. Если вы просто посмотрели и ничего не заметили, перемотайте и посмотрите еще раз. Перемотайте и посмотрите, иначе это будет 8 минут пропущено в вашей жизни. Зачем вы на них потратили? Вынесите урок, напишите в комментарии, зафиксируйте. Тогда будет движение вперед, тогда вы будете развиваться. И пробуйте, записывайте, смотрите на себя. Сейчас такие невероятные возможности, вы можете себя снимать. Смотрите на себя. Вы самый лучший учитель самому себе. Если вы не можете разобраться, если вам нужна какая-то теория актерского мастерства, вообще, пожалуйста, купите персональную консультацию, ссылка внизу. Обратитесь, я вам с удовольствием вас научу. И именно научу, чтобы вы могли потом это делать самостоятельно. Хорошего вечера. Пока-пока.